Так, всем привет! Сегодня речь об автомагнитоле. Значит, проблема такая. Вот мы берем, крутим громкость, убавлять пытаемся, она у нас не убавляется, 23-22, и мы ее не можем, в принципе, быстро убрать. И такое, я думаю, вот, мы убавляем, крутим назад, она у нас не убавляется, еще и прибавляется. И мы не можем ничего с магнитолой сделать. Она у нас, вот я назад кручу, она у меня наоборот прибавляется. Вот, пожалуйста, стоит на месте. Я думаю, многие с такой сталкивались с проблемой. Вот, скажу сразу, выбрасывать магнитолу не надо. Это может случиться не только в Пионере, но и во всяких других магнитолах. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно ее выключить и достать с магнитолы. Затем нам нужно ее раскрутить и добраться вот до вот этого нашего регулятора громкости. Так, для того, чтобы разобрать, выкручиваем вот эти вот три болтика. Затем аккуратненько здесь, я уже просто ее открыл, здесь вот тут вот подковыриваем отверточкой плоской, немножечко вдавливаем, чтобы снять крышку с двух сторон. И тут и тут, и просто ее снимаем. Тут у нас открывается вот такая вот плата. Далее мы поднимаем ее и добираемся до нашего регулятора. Подняли. Вот наша панелька, вот наш регулятор. Снимаем ручку. Вот так вот, не бойтесь, небольшим усилием ее тяните на себя, и вот она соскакивает. Так, ну и вот, собственно, какой у нас регулятор стоит. 5 контактов, 2 здесь контакта, 3 здесь. Такой вот нажимной. И далее, чтобы нам его выпаять отсюда, нам нужно нагреть вот эти вот контакты с другой стороны. Раз, два. Вот эти вот. Вот эти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нагреть эти контакты и вытащить его. Затем взять новый регулятор, вставить его сюда, заменить и впаять. Так, сразу хочу сказать, у кого есть какие-то запчасти, там дополнительные магнитолы. Вот я нашел одинаковый регулятор, такой как на Пионере стоит. Это у нас магнитола Mystery. Мар 828У. На ней стоит такой же регулятор. Он рабочий, хороший. Поэтому я его отсюда выпаяю и впаяю в Пионер. Здесь единственная пайка здесь сверху идет. Ножки припаяны на плате в Мистере. А в Пионере они пропаяны через плату. Ну ничего. Так, ну все, собрал назад, дальше в обратном порядке. Впаял сюда регулятор, тот, который с магнитолы Mystery. Вот. Ну, получилось. Как паял, не снимал, потому что там как бы сложновастенько было. Выпаял. Ну, если вам трудно это сделать, лучше обратитесь, конечно, к профессионалам. Те, которые хороший паяльник там и так далее. Ну, у меня получилось, как получилось. Все, сейчас попробуем. Вставляем. Так. Вот оно у меня засветилось. Так. Что у меня с регулятором? Вообще четко. Все работает. Аудио.
система, русские часы. Вот, все отлично. Отлично работает. Нигде ничего не проскакивает. Вот, громкость убрали, накрутили. Ну, флешку я не буду вставлять, потому что музыка в Ютубе как бы не приветствуется. Сейчас попаду на какой-то трек, и мне скажут, извините, вы забанены. Или выдадут какой-то штраф. В общем, все в порядке. Меняйте вот таким вот образом ручки, будет у вас все хорошо. Не выбрасывайте магнитолы, вот, если у вас громкость не пляшет. Кстати, именно на эту модель... Раз такая пошла, такое дело у меня с громкостью, я обращался в магазин и хотел найти под нее дистанционное управление. Ну, думаю, раз не работает ручка, буду с дистушки смотреть, управлять. Вот. Дистушка на нее, если магнитола это стоит 1500 гривен, то дистушка на нее обойдется около 700 гривен. То есть проще, в принципе, отдать специалисту, поменять регулятор и пользоваться дальше нормально магнитолой, чем купить дистанционку за не знаю сколько денег и потом жалеть об этом. Все, всем хорошего настроения, все, пока.